Недостаточное реагирование надзорных органов на обращения граждан были выявлены в ходе мониторинговых исследований. В качестве нарушений названы отсутствие объективного подхода в рассмотрении заявлений, невыполнение нормативных документов и закрытость действий госорганов. Каждый орган планирует исполнять лишние мероприятия, которые влияют на его индексы и показатели. В результате межведомственного согласия многие вопросы остаются неразрешенными. Тогда как необходимо максимально скоординированная и целенаправленная работа с долгосрочной перспективой и задачей. Принимая меры, не должны носить межведомственный характер. Положительных результатов можно добиться лишь скоординированными мерами на основе постоянного и всестороннего анализа возникновения рисков и угроз. Проверка показала, что условия для нормального приема граждан отсутствуют. Особенно это касается социально уязвимых слоев населения. К примеру, в ТОО «Комкор» заявления хранились в ящике для сбора писем в течение 5 месяцев. Кроме того, наблюдается волокита в получении заключения медико-санитарной экспертизы для получения инвалидности. Кроме того, есть несоответствие в работе с подростками Департамента внутренних дел. Когда мы встречались с молодежью области, об этом мы все же говорили, вот, по отношению там, преступности, по отношению наведения порядка и так далее, и так далее. Что такое изменить? По-моему, ничего не изменилось, даже лучше стало. Прокуратура области в соответствии с результатами мониторинговых проверок определены 5 пунктов для установления причин обращения граждан, а также проведения работ по их устранению. Ирина Гуть, Жаслан Джубаев, программа «Факт».